Президент России Владимир Путин попросил Сергея Шойгу разобраться в причинах трагедии в Североморске, в результате которой погибли 14 моряков-подводников. Глава государства встретился с министром обороны во вторник вечером. Сергей Шойгу доложил, что глубоководный аппарат в настоящее время находится на военно-морской базе Североморска. Его обследуют специалисты, чтобы установить причины трагедии. Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что трагедия случилась на необычном судне, а научно-исследовательском, с высокопрофессиональным экипажем. В соответствии с вашими предварительными докладами, из 14 погибших, 7 капитана первого ранга, 2 героя России. Это большая потеря для флота, да вообще для армии. И я приношу самые искренние соболезнования семьям погибших. Нужно сделать все для того, чтобы оказать им помощь и поддержку. Прошу вас выехать в Североморск для того, чтобы лично заслушать доклады и нацелить комиссию на безусловное выявление причин этой трагедии. Прошу вас по возвращении доложить мне лично. Есть.